В бюро находок имеется паспорт, прописка Камские Поляны, страховое свидетельство и банковские карты Манкулова Рамиля Анваровича. Госномер С-626-РМ-116-РУС найден на улице Первопроходцев. Паспорт и водительское удостоверение с могилы Ильшата Наилевича. Ключи от квартиры с брелоком, желтая игрушка от киндера найдена по Вахитова 2. Серебряная цепочка с мусульманской подвеской найдена на остановке детской поликлиника по Менделеева 47. Темно-коричневый портмоне с водительским удостоверением и банковской картой Михеева Максима Валерьевича. Ключ от автомобиля с брелоком сигнализации КГБ найден 13 апреля у детского сада Памира 8. Ключи от квартиры найдены в районе ГК 16 по вокзальной. Бюро находок ищет. Сотовый телефон Huawei Ascend Y600 темно-серого цвета утерян в ночь на 12 апреля по корабельной 41 на 9 этаже обещанного вознаграждения. Пневматический пистолет Макарова и фотоаппарат Olympus серого цвета утеряны 8 апреля, возможно, в такси в районе ТЦ Барс обещанного вознаграждения. Смартфон Lenovo A319 белого цвета в белом чехле утерян 16 апреля на детской площадке в сквере Лимаева обещанного вознаграждения. Серебряный женский браслет Пандора утерян 15 апреля в районе Тихоалеи обещанного вознаграждения. Черный кошелек с паспортом, прописка город Лениногорск, водительским удостоверением и другими документами Гайнудинова Рустама Рамиль утеряны 13 апреля в ТЦ Вивена или Памира 74 обещанного вознаграждения. Паспорт, страховое свидетельство и медполис Чернышовой Натальи Валентиновны утеряны 10 апреля в поликлинике спасения ПАО НКНХ обещанного вознаграждения. Пластиковое удостоверение личности гражданина Казахстана Жакупова Амихана Асериковича утеряно 11 апреля, возможно, по Гайнуллина 8 обещанного вознаграждения. Паспорт и другие документы Ступникова Сергея Владимировича утеряны 11 апреля обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33. Мы ждем вас по будням.